Наёми, какая шмотка тебе нужна была? А, Икширик, тебе же, по-моему, ничего отсюда не нужно. Да? Все, улетай тогда. Наёми, да, брейт. Наёми, брейт, и погнали такой точкой. Так, теперь все маги прыгайте во фростов, все локи вызывайте петов, чмыга тоже пета, анхолики тоже петов вызывайте. От силы ты анхолик уже? Сумоньте всех. От силы ты анхолик? Анхолик? Сум, плиз. Чё за... Сейчас сумоньте на Йоми, краш-тест будет вечником. Их 25 гоняли вообще? Их 25 нет. Я, может, думаю, кстати, собрать по фастику. Прям такой вот сейчас. Прям по фастику. Так, вызывайте петов всех своих магии. Локи, повели. Крестик. Ставить. И... Блядь. Надо рыбу. Магии, локи, ханты, анаходики, все ведичи, пета, крест. Надо посчитать, сколько штук там. Посчитайте, пока я ревогаю. От силы анхолик. Прям в крестик поставьте. Не вижу хантовского пета в кресту. Так, теперь считаем. От силы раз, два, три, дексиона четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Бухой мастер, ты под босса зайдешь. Я в тебе уверен, поэтому... Под боссом. Тактика. Апокалипсис. Закрываешь вот эту вот часть. Что Пахлаван знает, где закрывать. Там будет от печки до там закрывать. Он там закрывал. Все, просто прохиливаем по прожимкам. Санечка, с тебя постоянно массакра и мастераур на огонь, когда адский удар. Женька по возможности будешь отдавать. Ставлю рыбу. Масло там намажьте все. Выпейте фласки с дефолт дифманской здесь. Похер. Если есть дешманская фласка, у кого-нибудь закиньте, плиз, тоже мне. Так, босса никто не пуляет и не бьет, пока танк не поставит. Вы сейчас слышите меня? Отлично. Да, у меня получение сведений о предмете. Ладно. Все, еще раз готовность. Не видел. Чешка. На пулы в Юи. На, я на него печеньку поставлю. Даже не печеньку, крест. Крест крест. Чмыга Сацуне. Чмыга пинпет, главное, инактивный должен быть. Но чего не хватает? Чмыга. Кулак, закиньте по-бухому. Закиньте кулак по-бухому и будем начинать. Все. Пу. Также все, кто здесь был, обязательно приоритетом руки. Лучше урон там дать еще, чем руки закройте. Thank you.
Закрыли руки. Веру дайте. Пусть будет. Прожинку, Коля. Ух, блядь. Бэр Макро по Гудхелпу. И сразу Иннер ему. Под следующий сейф дайте. Угу. Печку повел. Из Мотки тоже Иннер по Гудхелпу залей. Не зашел в печку. Коль. Все, отлично. Саня скоро... Давай зубы Саня. Адский удар, Саня, массакра. Андрич, руки по две не закрываете. У меня массакра есть еще. Там зубы были. Угу. Последующий тоже сейф. Санечка, не Санечка, Женя, отдашь массакру последующий. Отдавай. Угу. Жень, дальше приготовьтесь, если что будет следующий соло сакру закидывать. Пока что не надо. Ой, закастуй гимн на ману. Магом ману восстановить. Нет, не зависло. Я вылетел. Все вылетел. Что там, вообще много вас были у него? Как бы есть смысл делать скрин или нету? Нет, нету. Там 60% у босса, если не больше. Скрин при меньше 30% работает. Я сделал, но... Меньше 10, говорю. 14 или 16 у нас было процентов, нас заставили королей бить. Да там смотря какая поддержка, мне кажется, сидит. Ну, я говорю, на короле Молгарии оставалось 14%, они заставили всех королей бить. Типа, смотрели, убьем мы или нет. Но это было еще на открытии, там, через пару недель. А так было у нас Молгар, 2% пришли, убили всех, просто шотнули и поставили 2 ляма, добили. Ну, при 60 хуй ничего сделать. Кайф. Ну, прям кайф, кайф. Но мы сейчас не появились, игру нас не поубивал всех подряд. Или еще хуже, пробегать второй раз. Ну, сейчас можно вот пока дисконты какие-то вещи обсудить, там важно. Ну да, да, только сейчас не все могут говорить. А, ну... По очереди.
Я, кстати, еще сказать хотел, я сегодня пришел после суток и часа три отдохнул, пока постирался, там убрался и пошел помогать Арту в этом 10 обычки, ну, до Сидри дошли. И что-то я не знаю, ну, типа, если прям будут хорошие ребята в этом десятку, типа, если прям будет два рейда стопудово, то фиг с ним можно пройти. А так, типа, если не будет, если мало людей будет, то лучше ты проведи там, а я, может, в конце там закончу или кто-то там дорвет. Потому что, ну, пиздец, устал после суток. Надо бета-тестеру еще, чтобы место кто-то вступил, значит, будет, будет. Сейчас найдем. Сейчас и разъепешим печеньку. Да я думаю, два рейда соберется сейчас. Смотри, 40 человек сидит онлайн. Ну что, посмотрим. Просто как бы собраться там. А кто там, какие персонажи? Типа, затанчат ли они на фуг, захилят ли они на фуг? Ну, в одном персонаже я вот в одного танка Колю забираю, и что, с ним 100% можно пройти. Либо могу Колю кому-то отдать, с ним 100%, он 100% все танчит. Я с ним сам прошел. На втором, допустим, могу я сам протанчить, если так уже надо. Но я, конечно, на магии хотел бы сходить, там мне еще нужно смотреть. На мага мне. Но на крайняк сегодня могу там на ДКшнике сходить, а какой-нибудь другой день на магия. И все. Хотя мне на ДКшнике еще надо зале закрыть, не пустит скорее. Вот просто видишь, ты-то лучше людей знаешь, кто там затанчит, кто не затанчит. Я тут уверен только в этом, в Пахлаване, что он на фул затанчит. Ну кто там еще? Он Пахлаван 100% от него же затанчит. Этот, я тоже в нем уверен. И уверен, Лию, да, затанчит. Вова Пинаковада, думаю, тоже затанчит. Ну, потом если, еще. Если наберутся танки, да, танк. Да, нормально. Я думаю, Апокалипсис затанчит тоже. Кого? Десятку, 25-ку? Десятку. Десятку, ну. Апокалипсис танчил, мы уже с ним ходили. Ну, вот, уже 4 танка тебе назвал. Еще главное, чтобы люди досидели, а то дойти-то там не за полчаса. Сам факт, ну, что мы сходили, получается, 6 целкашек, ой, не 6, а ну, 3 пати, короче, собрать целка 10. 4 получается, один Войд, один Санек, и Жека с Кипяти, и я на Ханьке еще. Да мы можешь не считать, я Синдру Лича не убивал. Не, ну сам факт, что мы до Синдры доходили, а Синдру Лича убить, это, в принципе, если дошли до Синдры, то, в принципе, я не протанчу. Просто Жень, есть... ты уходишь уже? God help. Ну, уходи, окей. Если надо уходить, уходи, я Майлика возьму. Тогда. Два хапала здесь надо, на всякий случай. Безопаснее жить будет. Да это не проблема. Закроем десятки. Десятки несложные время, которые будут. У нас, кстати, был один милик всего. Милике. А слышно вообще? Ребят, меня слышно или нет? То у меня да, слышно. Да. Угу, отлично. Не знаю, слышно было или нет, у нас был один милик на Личе. Вообще замечательно просто убивается. Ой, у одного танка просто кайф бить. Блин, по кайфу. Blizzard анонсировали новое дополнение, плюс много новых классов. Ой, этих.
специализацию класса. Кайф. Кайф. Да, когда подписку платить не можешь. Ну, а дождаться надо и на оф уйти. Санечка, ты чё, блин? Да там ханты с турелями в экзоскелетах будут. Новые специации. Маги песочные. Я не знаю. Такую дичь добавляют, но интересно. На месяцок залететь, посмотреть. Не надо как-то народ привлекать. Не, в этом плане молодцы, конечно. Шаманы танки, охуеть. Да. В одного танка нереально. Ладно, не убить в одного танка. Никак. Плюс сложно будет принцип убить, но как бы относительно сложно. Лану точно никак. Честно, я зайти не могу. У меня соединение с сервером. Да, Сань, такая же. Я вот хочу быстрее Т5, хочу на ДЦ, типа, без КД щиты кидать. Тут по кайфу. Ой, Т5, вообще. Там... Слушай, такой... а почему на YouTube не выкладывают видосы, обзор, например, Т5 на какого-то класса? Почему нету? Выкладывает, просто искать. Мы Лича в одного танка убили. Если что, с Колей. На прошлом КД. Можно спокойно Лича в одного убивать. Ну и я просто... когда милик... Да, Сань, говори. Нет, мы делали, выносили шаркарей на танке. Нет, чему? Можно выносить под танка одного. А милики в этот момент отбегают. Когда выносится. Мы так и убили. Милик отбегал. Кому заносили под шаркаря. Может, обнова? Сейчас не знаю. Меня не пускает. Да, так аж. Как я люблю за этот сирус, когда вот без предупреждения выкидывается. Весны. Там груль нас не убивает. Но обновы никакой нет. Но сервер также не пускает. Ну, то же самое. О, авторизация пошла. Пусть. Пойдем на YouTube. Соединение с сервером разорвано. А, мне, наверное, какой-то типа автобан дали, мини-бан. Сколько он там действует? Когда заходишь часто. Если нормальное количество людей зашло, то пробегите. Меня, в принципе, ни через прокси, ни через ничего не пускает. Просто после авторизации пишет соединение с сервером разорвано. Да, санитарно. Понял. О, меня пускает, походу, Санечка. Да, меня пустила. Но меня не пускают. Меня пока только на игру 2 запустила.
Как выбрать, чтобы сразу не x2 заходило, сразу не x4 заходило? То у меня автоматически всегда на x2 заходит. Блин, какая-то вонючая тварь просто. Не делали этих фей. Ну я тебе сгорело начислю за этого, за груня. Ты ж пришел на груня. На замену места занято, что вообще 40 мест забито. Начислю отдельно. НП. О, меня вроде как пустило. Да, сейчас захожу. Вадим, ты понадобишься, Женька, у Гудхау поехал. Заебал. Заебись, зашел. По слову. Он меня наконец-то убил. Апокалипсис Сацуна. Захожу. Ралия, бухой мастер, Void Art of Mag. У меня пока не заходит. Давай ждем. Побегать все равно надо. Беги. Там есть кто-нибудь живой, кто может резнуть? Из Морски, пробеги, резнешь Лока. Засагили, босс. Надо ждать, пока все зайдут, короче. Не забегайте. Мы потом пробежим в атак, я магом, пробегу, резнем Лока. Лок, Будрейвен, не вставай, и Дексиона. Войт, Ралия, Бухой, Цуне, Шолохан. О, Дана 264 ввели. Цуны, Бухой, Art of Mag. Все, кто остались. Заходите. У меня донат не заходит еще. Ух, синдрогосы, конечно, сочно выглядит. А колба... А, вон, добавил. И колба есть. 4 рубля стоит. Офигеть. Все, все зашли, сейчас Сацуны Бухой умрут. Пробежим, котики. И маги могут, кстати, тоже в инвизе пробежать. И речнем Лока вначале. Поставим шкаф. А, ну все, тогда побежали. Побежали котики, маги. Когда резаете? Локов потихонечку.
Сразу лог шкаф ставь какой-нибудь, сумоньте всех, кто не здесь. Нужен один человек на замену, бета-тестеру место нужно. У него там ЕП много было. Тоже за Триньку драться будет. Триньку он не возьмет, наверное. У Бухова больше, на печеньку, походу, пить. Давай даже по-другому сделаем. И пошим печеньку. Что там? Ну опять кад. Санька, ты хил. Пока. Мы решили, что на этом КД. Так, тогда вместо Art of Mago заходи этот бета-тестер. Под лицом тогда будет Бухой и Норки, давай. Все, Монти. Краш-теста, джанка, выставляйте петов и будем начинать сразу. Туда же в крест. Ты закрываешь апокалипсис вот с этой стороны, вон, тут, по этой стороне, по левой и ближе к центру. Поставьте шкаф, сманем будто вот это. Он здесь, блин. Так, так ты... он там бежит. Обычно призыв начал бить ответа. Ставлю рыбу. Давайте рибах. Так, не забудьте петов поставить. От Сила, Марсес, Будрей, Будрейвен, Джан, определенно краш-тест. Чмыга. Пустите рыбу. Готовность на пол. Сацуна, Марухич, бета-тестер. Чего не хватает бета-тестера? По бета-тестеру кулака закиньте. Кто-нибудь он... О, Хован, закинь вместо прота кулак будет. МП5 ему тоже надо. Закинь вместо под бета-тестер вместо десятку МП5. По Хован. Все, короче, ладно. Так. А чё, в кого сейчас закидывать милость? Блин, у меня руль этот дебил маленький, тоже, как и у всех. Пикси. Да? У меня этот руль как фейка. Не, пофиксили уже. Всё, пол пойдёт. Поставить дайте босса, блядь! Не спешите. Геру давайте склонку. Может еще одну успеем дать. Забагался интерфейс. Галя и Бухой вдвоем под боссом. 9. Сейчас атаки удар пойдет. Еще кто-нибудь под босса. Рари, забеги. Руки под боссом закройте. Рари, Маша, ой, Галя точнее и... Там, Мань. И Лёня. Санечка, тут с тебя массакра под этот сюда. Маша, Инер по буревестнику. Зубы по-юи, зубы по-юи.
Саня, у тебя масса кражи когда, да? Когда я сувался крупой ей. Вадим, дай соласа крупа ей. Как будет адский удар, Сань, вся массакра. Мастера урна огонь. Адский удар пошел. Ошеломляющий сразу прохил ей. Аня, зубы скоро? 6 секунд. Вадим, отдай массу сокру. Руки закройте. Зубы откатились. Отдавай. Отдал. Схожий обык, наверное, кстати, без него. До четверти урона все пошло. Он, ты следующий, если что, даешь соло сокру. И масса, когда сколько. Похована прохильки. Он дай массакру. Закрыли. Сани, приготовься тоже сейвить его. Через 3 ярости. Адский удар пойдет. 2. После ошеломляющего. Саня, давай. Прохил его на фул сразу. У Колин. Также нужно будет скоро соло сокру в него закидывать. При следующем касте. Саня. Закидывай, Вадим. Прохил. Еще какой-нибудь сейф. Похован тоже закинь соло сокру в него. Подошел. Нормально. Успеет с этим стать. 30 секунд. Зуба. Будем оставлять их не такую крайнюю ситуацию. Сейчас тут была опасная ситуация. Блять. Вы чё? Ничего, ничего. Этот БР по Марухичу, ону. Он по Майлику и Апокалипсу из Морски. И Иннер сразу залили. Войд закастуешь гимнаману сразу. Руки закрывайте. Саня, если есть соло сокру, закинь в Колю. И прохиливайте его, сейчас больно ему будет. У меня есть масса, слышишь? Давай,
Сейчас прям? Да, да, быстрее, быстрее, быстрее. Хорошо. Нацкий удар. Саня, есть соус с масс-массакра? Или пахлаван? Чтоб знал. Только не давайте. Все, пахлаван отдаст. Только подбежишь к нему. Достал. Фатуна, возьми огонь, если... А, да, ничего страшного, Саня, зубы дашь по команде тогда. Пока не надо. Саня, приготовься через одну ярости. Давай, кашка. Давай. Все. Отдал. Под лицо кто-нибудь зайдите. Рари упал. Три упали. Еще один адский. Да, будет. Забежали мелики. Три мелика под лицо. На хп дал. Дим, на хп мавар нажми. Я под лицом сейчас. Убегай, ты сдохнешь. Мелики. Все. Есть. РДшники руки сейчас закрывайте, главное. Убить добьем, так, нормально. Маша, Инер по Марухичу. Еще адский удар пойдет. Еще нужно два человека под лицо. Прожим, прожимку ему. Два человека под лицо. Ну, блядь, ну что? Ну как вы, блядь, не подбежали? Блядь. А ты там бетов считаешь тоже вот эту всю хуйню, да? Да, сейчас было нормально, просто кто-то не подбежал, значит, под... Ну, лучше мы в этой вечерней гильдии бьем там с бетами, какая-то хуета, нахуй, то они убегают, то еще хуй знает. Тут же просто людей 10 ставить и все. Нет, здесь не из-за этого. Во-первых, руки кто-то в миле не закрыл, какого хера, руки приоритетом, не дайте его урон. Ладно. Я не назвал ники, которым забежать людям. Вот это моя проблема. Резайте. И всех. Сука, еще, блядь, 10 минут боя пробивал. 20%. Алло, блядь, руки закрывайте. Не втыкайте тупо. РДДшники тоже можете в миллизон бегать, закрывать. Похер. Важнее закрыть. Нет, там я проебал. Я, ну, у меня, правда, КД было, но я хотел бабл дать, и я не успел. Двадцать сел под босса, да, и сложит, блядь. Сразу танка. Занимаешь за каждого человека и на него навешиваются стайки. Ну так я и сказал всем миликам забежать. Резать тебя, ты тащишь джанг. Штерф, снурки, буревестник встали. Ставьте шкаф, монетик нам. Давайте шкаф. Сразу. Но... Шнурки, буревестник, краш-тест, он за симонику, ставьте шкаф. Пока бессмысленно фул ребаф давать, потому что трех людей нет, блин, с симоникой. Шнурки за симоники. Я буревестник за симоники. Все, давайте, ребаф собрались, убили. А петов не забудьте поставить.
и Куак по бета-тестеру киньте его мэн. Пепета поставили, готовность на пол. И погнали. Джанг, Шнурки, Рария, Мистер Бон. По уроке Кулак закиньте. По уроке Кулак, пожалуйста. Вместо МП5. Все, закинули. Герус пула будет. Две геры успеем дать. Да. Никто босса не бьет, пока не заберет. И не поставит. Все, можете бить. Милики, будьте наготове, если кто зайти. Какая ситуация произойдет. Санечка, дай соло сокру по Аюи. Руки закрыли. Апокалипсис почти сложила. Податский удар, масса сокру, Сань, с тебя. Иннер. Джанг, стох. ПР по Джангу, Ону, если есть. Так, там пет пропал один под боссом. Нужно еще один милик, чтобы ушел. Все, как откатится Бэр, дашь пуджан. Видится, 5-12 сейчас. Окей. Вадим, дай соло сокру Юй. Печка не сработала. Коля. Она только дуть начала. Саня, готовь зубы. Закидывай. Массакра. Хорошо. Иннер. Не, Иннер не надо. БР по джанку, когда он катится. Вадим, сейчас следующее соло сокра, когда сказал. У меня когда я шадал. Есть масса. А, Саня. Окей, значит масс будет. Закрыли руки все. Вот по два раза напоминание, закрываем руки. Приоритет их закрыть. Всегда. Под удар сейф нужен будет. Угу. Закидывай масс, давай. Следующий будет похован с масса сокрой. То вот так и делайте, там 11 на одного человека больше под лицом, и так и будет. Руки закрыли. Саня, есть соло с экрана? Значит, ты следующий соло с экрана закинешь. Чего плохого на масс есть? Закинь ему соло с экрана. План у тебя следующая масса, да, руки закрыли. Май. Джан, когда дадут БР, есть БР, Маш? Сразу не вставай, Джан. Все, дебафните Джанка. Адский массакра. Пропил. Рария умер, один милик под лицо, быстрее, быстрее. Должен идти. Хорошо. Изморский дай БР по Ирарии. Перебахло сразу.
Давай, Дексиона СС по шнуркам, краш-тест по Эрарии, Вудрейвен бухой, Джанг по Мистер Бонду. Саня, зубы есть. Угу. Отдавай, отдавай! Фух, бля. Есть точечная сакра. И зубы слетели еще. Не, нормально. Главное, что там 37 стаков было, он кастовал. Это было опасно. Не сложило. Точечная сакра, вот, возможно, скоро Вадим понадобится. И масс есть. Это, это. А, вначале точечная дальше. Сейчас, отдавай. И какой-нибудь еще сейф ему нужен. С его силу нужен. Я щит кинул. Сейчас Вадим, как закончится соло, закинет сразу масс. Уже можешь отдать. Ох, да, ты шотнула. Ну, очень-очень много людей. Стакает по 27 стаков было, когда должно по 10 стакать. Блять, ну я не понимаю. Просто поставь 10 физических людей, а петов на... Блять, дело не в петах, а в людях. Кто-то забегает под лицо, когда не надо. Забегать надо, когда долгий каст вот этого удара. Это же не сложно. Не надо забегать. Там есть люди, которые назначены. Они только и забегают. Ну, я им и говорю. О, будь бета-тестер встал. Бета-тестер, подними, кто может вставать. Реса, точнее. Лока подними одного. Давайте собрались уже. Как Рария сдох? От чего? Адский удар не отошел, что ли? Да, посмотрим. Короче, Рари, иди в этот, сбей в спину, понятно. Мистер Бонд будешь бить в лесу. Мистер Бонд, шнурки и этот, и бухой. Да, два раза. А, молодец. Значит. Да, минус ИП. Ну, ты за него и вай. Причем тут страх сдох. Ты сдох два раза от адского удара, когда ты должен был убежать. Короче, я так понял, что ты до сих пор механику босса не понимаешь. С этого и начнем. Я думал, что ты понимаешь. Не проблема. Сейчас просто заменим. Мистер Бонд. Причем здесь 10к под лицо. Мне пофиг, сколько ты даваешь. Давай хоть 1000. Главное, делай правильно. Ты фигню несешь, Леня, блин. Какая разница, сколько ты даешь, если мы сдыхаем? И частично из-за тебя. В данном случае. Вы смотрите крест-теста. Марсе, залезните. Да все, похер, как есть. Ничего страшного. Только что времени до хера проебали. Юю Сацуна краш-теста нужно засумонить. Я сумоню Сацуна. Юю кто-нибудь присумоните. Сука. Так если ты не заметил, все разы я его поворачивал под каждый адский. Даже не объясняй ничего, короче. Ты хочешь, чтобы танк за тебя всю работу делал, блядь? Ебанись, блядь. Да, это просто мега твердолобый хуйня. А почему ты сдох два раза, а никто кроме тебя не сдох? Да ладно, забейте хуйню. Я это, может, напрягу, но перечисли 10 петов и кто под боссом типа стоит. 10, чтобы это посмотрел по номерам. Марсес первый,
от Сива 2, 2, Чмыга 3, Дексиона 4, Будрейвен 5, Джанг 6, определенно 7, Краштест 8. 8 человек. На всякий случай Шнурты, Бухой и Мистер Бон. На одного больше станет. По 11. Не, бета-тестер не надо сначала подбегать. Их страйся, может быть, даже собак своих не призывать, а то они лишние стаки дают. Ну или как-то их призвать так, чтобы они били именно в спину. А то иногда они тоже под лицо забегают, я видел, сбоку бьют. Шнурки, Бухой и Мистер Бонд, да, три человека под лицом. Чего не хватает? Кулак Мистер Бонду, кулак бета-тестер. Я закончу, я паладин. Сейчас, секунду. Чмыга. И тут? Кулак тоже. Все, все готовы. Босса никто не бьет. Пока что. Поставили. Давай, Геру. Слушай, а пока вопрос. У нас демон же появился. Его бесы стакают или нет? Да, возможно, да. Ну просто когда 22 стака было. 12. Давай один кто-нибудь выбежит. Так, я назначу, кто выбежит. Бухой выбежит. Шнурки и Мистер Бон под боссом. 14 стаков. Получил сейчас. Волк бьет в лицо. Вижу. Блять, он пропадет. Потом. 12 сейчас стаков было. Сейчас нормально. Соло сокру по нему. Закинуть уже. Санька, ты давай. Одиннадцать. Все нормально. 11 стаков. Пусть прилетает. 11. Двенадцать. Нормально. Вот так хорошо. Пусть будет. На всякий случай 12. Сейчас нужно будет его сейвить чем-то. Давай соло... Масса сокру вадим. Печка не сработала. Поля. Ага. Саня, зубы готов. Отдавай зубы. Сразу адский, там зубы должны быть нормальные. Отлично. Вадим, Санечка. Ой, Вадим, Саня, есть соло сокра или масса? Соло есть. У тебя, Санька. Плюс, окей. Значит, Вадим, следующий отдашь. Собственно, будет. Вадим, отдай, будем. Печка не сработала. Санька, давай масса игру. Прохил его на фул. Бля, сейчас больно будет, очень больно. 47 стаков, хорошо, пропали. Давай, Мистер Бонс, под лица уйди, там нормально. Ты один, беги. 10, все хорошо. 10, сейчас идеально. Галина и Бухой остаются под лицом. Санька, следующий соло сокру, если есть, отдай. Миль, руки. Руки, руки, руки закрыть. Ну, обязательно.
скоро по датски удар нужно будет масса кра. У Малика есть. Хорошо, да. Тогда. Пошел вас кидать, давай выйди. На пол. Пахован, подбеги, нажми массакру. Можешь сразу соло еще закинуть в него. Саня, зубы скоро, чтобы не стоит на них рассчитывать. Ну, добрым перестал вообще работать. Саня, готовь соло сокру. Или Вадим, у тебя, наверное, должна быть, да? Есть. Да, давай. Масса сокра есть? Нет. Саня, если есть соло сокру, закинь. Масса сокра есть у кого-то? Отлично. Санечка, будешь следующий. Чуть что на адский, Саня, ты отдашь масса сокру. Саня, мавар, который зубы есть у тебя еще? Оставляющий, потом будет почти сразу адский. Саня, давай массакру. Малика есть массакра. Отдавай, Вадим. Прохил, хорошо. Вот он больно пробует на стену. Сейчас у Пахлана, походу, откатиться должно. Блин, Саня не отвечает, мало. Зубы есть, я уже три раза говорю. А, все. Не, не слышно было, Саня. Да, я микрофон забыл включить. Хорошо. Будем надеяться. Там, кстати, была ситуация. Было очень опасно. 40 стаков. Я пока под каждый красный ему еще щиток кидаю. Красавчик, надо. Так можно его просто не закидывать, ты под косты вон. Но я под косты только кидаю. Так, если есть соло с экрана, в него кто-нибудь один. Нормально, пропадут стаки, только держите его на пол. Подшеломляю. Давай соло. Уже не скинул стак. Скажешь, если он. Под следующий каз закинешь. Я скажу, как. Не, пока не надо. Хорошо, Пахлан, нажмешь, подбежишь ты. Под следующий адский. Свой Вадим, закидывай. Соло. А ты, Пахлан, готовь на адский. Саня тоже зубы готовь. Хорошо. Отдавай зубы, Саня. Отдавай. Хорошо. Отлично. Сейчас стаки скинутся и уже походу. У Малика есть массакра. Угу. Где тогда следующий? Под следующий каст, Вадима, да. Отдавай. Таня, соло сокра есть? А, есть соло Пахлаван, окей. Пахлаван, подбеги, закинь.
на всякий случай. Скинул стаки, отлично. Сейчас нужно будет массакра под этот под адский. Скоро будет. Будет у кого-то Соня? У тебя настакано апокалипсис, должен быть 5 стаков. Закрыли. Все, окей, отдашь тогда. Тогда скажу. 3% мы успеем добить, не будет адского. Нажми айсбаун. Апокалипсис. Молодцы. Наверное. Ну что, упало что-нибудь интересное? Меч упал. Меч? Что там меч? Ботинки упали. Которые, ебать, какие закисы. Ох, меч. Меч интересный. Такой себе меч интересный. Хоп, в карман положим. Меч? Какой меч, да? Ой, ботиночки упали. Очень хорошо. Так, сейчас на чисто сразу всем не поговорим. Да заберешь еще бухой, как ты желаешь. Блин, осталось в Аниксию сходить, и квест закрытый. Тебе хорошо, мне магика надо припиздушить. Так, отдельно нужно начислить еще кадами и... Сгорело. Кадама. Так. Ну, что сделать? Все много чего хотят. Я тоже, видишь, уже очень давно смотр не удал. Так, Маша надо? Голова. 250. Раз. 252, 253 кида обмен. Ты единственный друг. Поставлю на себя квадратик. Войд, поснимай. Давай еще раз. Еще раз. Нифига, Маша, ты 13к дамажишь. Сал. Дай-ка обмен, Саня Мавар, на распыл голову скину одну. Че там ей сколько снять? 250. Беспонтовая. Ну, со следующего когда уменьшим, скорее всего. Ну что, мечик 250, старт сабля, арканы, ну еще много кому идет. Ну, давай я 250 поставлю. 250. А выглядит как кусок говна, блядь. 250 сюда написал. 250 раз, 252. 253. Ну все, отлично. На демона? Ну так ЕПС тогда. Ты же демон сейчас по мейну, уже будет дрейвен или нет? Ну, тогда... Ну ты спекаешься в демона. Блять. Ну я типа потом буду фаера спекаться. Ну на данном этапе... Не, давай я себе заберу, мы пойдем на сурка. Не очень много это на данный момент даст урона. Подожди, Марути. Отними мне войтмин, здесь все. Ботиночки, сколько там Марухи считала? 4000, по-моему, да? 3. 3к Марухи, раз. 3, 2. 3. Не, не плюсуй, отнимай. Ой, мне 200 все. Я тебе это, в смысле, обратно отнять? Да, я, да, я, да. Я тебе сначала отнял, потом прибавил, ну все. Кидай Марухич за 3к обмен на ботинки. Марухичу 3000 минус. И печенка. 5к с Сацуны. Лёня 8. 8 раз. Сацуна 9. 9 раз. 9, 2. 9. 3. Кидает. Мажоры. Мажоры. Ну все, у нас два персонажа с фул печеньками. Им больше печеньки не нужны. Уже отлично.
Так. Так, я теперь пойду покушаю. Кто пойдет в CLK-10? Со мной. И вообще, кто пойдет в CLK-10, нажмите да. Ебой, с рулетки упал и кошель ювелира. Ты еще уточни, до скольки РТ типа будет? Типа 2 часа или до скольки, или до 8 по МСК, типа. Чтобы люди знали, до скольки они высидят или нет. Я типа высижу. Ну, часика 3. Часика 3-4. Сань, ну мы с Алиной с тобой, если что, пойдем. Хорошо. Коля, ты идешь? Ну да, могу сходить. Блять, ВИК 25-ку. Давай ВИК 25-ку завтра сходим, точно. Все равно завтра не факт, что придут на этот, на ЦЛК. Завтра какую-нибудь кару пойдем, может быть, ХМ. И в смысле, ЦЛК проносится первые три босса в говно составе. Там вообще пофиг кого брать, нет?